Доброе утро. 9 часов 30 минут в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Немножко напугал дождик. И вот снова та же жара. Уже 30 градусов с утра. И море 29. Оставляю эту теплую погоду и уезжаю в дождливую Москву. Прощаюсь с вами на 10 дней. Хочу отдохнуть. Что-то сильно жаркое лето в этом году выдалось. Я не очень люблю такую жару. К концу августа вернусь. Море прозрачное, небольшая волна. Для гостей наших очень комфортная погода. Хорошего дня, друзья. Отличного настроения. Не скучайте.